Вот так вот. Медленно акустики, первые пули полетели хедшотиком. Не забывайте, ребята, все ссылки необходимые находятся в описании. На группу там, на беседу ВКонтакте и так далее. Вот так вот. Вот так вот. Кто еще на зажим хочет наскочить? А уже никого нет. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Игорь Гуд. С наступившими вас зимними праздниками. Давайте озвучим такой вопрос, как разброс. Хотя у меня на канале есть такой ролик, многие из вас просили еще раз поподробнее объяснить, что такое вообще разброс, как его изменить. Да и знаю, ребят, что многие гуглят постоянно, как убрать разброс, как уменьшить разброс. Первый запрос абсолютно неверен. Убрать разброс невозможно. Разброс обычно убирает что? Софт какой-нибудь, читы, ну или что-то типа такого. Опа, идут. Опа. А вот уменьшать разброс можно двумя способами. Это прописи в консоль, во что я меньше, конечно, верю. Но если вы наберете на этом ролике 150 лайков, я сделаю новый ролик о прописях, которые нужно ввести в консоль, чтобы уменьшить разброс. Мы сделаем это с вами в прямом эфире. Вот так вот. Давайте все-таки поговорим про второй способ. Это уменьшение разброса своими силами. Что же это значит? Контролируем разбросик. Для того, чтобы научиться уменьшать разброс, нам нужно играть только с зажимчиками. Если захочу просто зажать, я нажму кнопочку мыши, ну и буду зажимать. Как вы видите, разброс бешеный. Но что же мы можем сделать? Мы можем сделать вот так. И как бы начать стрелять только в одну точку. Я уменьшил разброс. Разброс уменьшил. Своими силами, да. Как мы с вами уже поняли, разброс уменьшается. Что я делаю? Я всего лишь тяну прицел вниз. Вот так вот. Сверху вниз. То есть начинаю стрелять в этой точке. Тяну и как бы хочу перенестись в эту. Но я не пытаюсь довести до сюда. Я просто слегка тяну вниз его. И как бы прицел остается на одном месте, понимаете? Но, как вы уже поняли, полностью убрать разброс невозможно. Он все равно будет оставаться. Давайте на деле будем это пробовать. Давайте пробовать стрелять зажимчиками, контролируя разброс. Так. Вот так вот. Вот так вот. Так. Заходим. Блин! Вот одного немножко порешетил зажимчиком. Я не могу вот этими тапиками стрелять сейчас, ребят. Нужно мне зажимами стрелять, чтобы вас хоть немножко научить. Не тех, кто играет в Counter-Strike очень долго, а тех, кто только пришел, например. Да, в Counter-Strike 1.6 до сих пор приходят игроки. Но как же уменьшить разброс еще больше? Смотрите, хитрость. Присаживаемся. А как вам, а? Все, ребят, все просто. Всего лишь нужно нажать Ctrl и потянуть прицел вниз. Ух ты, какой жесткий там пацаненок. Сейчас мы его... Сейчас мы сиди его примем. Покажем ему такой зажим, что он офигеет. Вот так, минус один. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Видите, самый главный контрол. Это все-таки акусик. Если присесть, он становится еще точнее. На самом деле, ребята, разброса, возможно, и не было бы в игре, если бы не отдача. Да, как бы в игре Counter-Strike присутствует физика, ну в скобочках присутствует. И поэтому у каждого оружия есть отдача, потому что при выстреле вырабатывается энергия, пуля летит вперед, оружие толкает назад, ну в общем это физика. Это и называется отдачей. Видите, как он трясется? Так. Ой, ребят, извиняюсь. Не применил я техники. Вот так вот. Ух, видали, на какую дистанцию зажал, ребят? Это все-таки зажим с контролем отдачи. Я не скилловый игрок, я нубасик, но я применяю все эти методы, и это работает. Это работает не только с АК-47, с эмочкой это также работает. Контроль отдачи. Так, МК оружие ближнего боя, с ней даже поприятнее будет. Поэтому, ребят, я сделаю, конечно, ролик, если вы наберете 150 лайков на тему... Как контролировать разброс, имеется в виду при помощи консольных команд, там всякие CL, хренел, вот эти вот. Что, сделали пропись, и уже можно стрелять, ну, без разброса нельзя сказать, наверное, уменьшая разброс. Я уже делал похожий ролик, но мы разберем его с вами вместе. То есть я попробую эти команды на своем аккаунте.
Многие из вас все это знали, и ролик вам покажется каким-то шибанутым, потому что скажете: Игорюха, мы что, идиоты? Мы что, не знаем, что нужно присесть и тянуть прицел вниз? Да я понимаю, что все знают. Ну и же новички, которые действительно не понимают этой механики. Они просто бегут и стреляют. Ах да, ребята, если хотите уменьшить отдачу, стрелять на бегу не нужно. Вы видите, что происходит. Всегда оставайтесь статичными. Хотите стрельнуть? Постреляли, отошли. Но ни в коем случае не надо стрелять на бегу. Также не надо стрелять в прыжке. И не нужно стрелять, находясь на лестнице, потому что разброс будет колоссальным. Вот так вот ему. Вот так вот. А с вами был, как всегда, Игорь Гуд. Не забывайте писать в комментариях, какое оружие вы хотели бы, чтобы я сравнил между собой. Например, как авапка и скаут, там один дробовичок с другим дробовичком и так далее. Мы с вами увидимся в новом видео. Не забываем ставить лайк, это помогает продвижению ролика. А также делитесь этим видео со своими друзьями. Либо ВКонтакте. Пока-пока.